Всем привет, друзья! Привет, привет, мои хорошие! Моя любимая фан-группа, привет! Блин, что-то я натопил в машине, пипец. Жарко-то как стало. Ой-ой-ой. Так, сейчас, секунду, ворота закроем. Секунду, не уходите. И я вернулся! О, Волжский, привет! Привет, Волгоград! Слушайте, я, знаете что, последний комментарий, который хотел оставить по поводу одной мадам, которая говорила, колеса он мои продал, лучше бы себе машину купил. Я-то как раз себе машину купил за свои деньги, а не как ты. Так, нет, на проект я не собираюсь. Вот, сегодня у нас какое получается? 3 число. Что за бантик на зеркале? Хрен его знает. Привязано что-то, наверное, было. Вот, сегодня 3 число, через 4 дня, ну через 3 дня, точнее, 6 числа мы встречаемся с съемочной группой. Вот, и 7-8 числа будет первая съемка фильма, в котором я буду сниматься. Вот. Кстати, я сейчас приехал посмотреть, знаете что? Могу вам, кстати, показать. В общем, одна из съемочных площадок, это будет, короче, тут автосервис. Вот. Кстати, отличный автосервис, я здесь постоянно чиню свою машину. Вот. Ну, колеса там меняю, все такое. И мы этот автосервис будем задействовать в съемочном процессе. Здесь главный герой будет типа подрабатывать. Вот. А потом я, кстати, главный плохиш буду в этом фильме. Я буду играть главную роль антигероя. Короче, вот есть герой, а есть, в общем, злодей. Я буду злодеем в этом фильме. И я вот здесь его буду поджидать, вот в этом автосервисе. Показать? Показать, какой автосервис? У меня с прической, надо подстричься, наверное. Вот. Аляна на Сейшелах. Где-где? Вот, вот это. Вот здесь вот будет, в общем, съемка происходить. Вот. Но этот чувак не будет сниматься в фильме, он просто здесь рабочий. Такое вот место. Кстати, место моих друзей. Это в Наро-Фоминске. И, в общем, потом отсюда начнется погоня. Вот. Короче. Так, я могу злодея играть. Кто знает, что у тебя слишком добрый. А вот в том-то и фишка будет, что я буду злодей с добрым лицом. И все будут думать, что я хороший. А на самом деле я буду плохим. Вот. Так. А что я в этом городе чинюсь? Так я здесь живу, в Наро-Фоминске. Вот. Так, меня... Ну, я не знаю. Не буду вам раскрывать секреты. Убьют меня или не убьют. Может, убьют. Может, злодей останется живой для продолжения следующей части. Так, сохранить эфир, пожалуйста, какой? Вот этот эфир. Вот, фильм называется «Братишка», вторая часть. Вот. У меня Мерседес. Короче, вот что я хочу сказать. Наро-Фоминск. Кстати, скажите, пожалуйста, а здесь кто-нибудь есть из Наро-Фоминска? Есть из Наро-Фоминска кто-нибудь? Смотрит прямой эфир из Наро-Фоминска?
Поставьте плюсик, если кто-то из Нарфоминска. Или напишите я. Что нету никого. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Большой привет на Алтай. Ладно, так, а кто есть из Москвы? Поставьте плюсик, кто из Москвы. Блин, что, все, москвичи и Московская область этот... А, вот. Один человек только из Москвы и Московской области. Два человека, нифига, я пользуюсь популярностью в Москве и Московской области. Аж два человека. С Одинцова. Так, а кто из Москвы и Московской области? В общем... В общем, что хочу сказать. Друзья, сейчас ноябрь месяц, самое отличное время для того, чтобы начинать бизнес компании NL International. Да, сейчас скажете, это реклама или еще что-то такое. Вот, но я сам занимаюсь этим бизнесом, я набираю свою команду, мой личный номер телефона, на который можно и позвонить, и написать сообщение, указанное в шапке профиля. Поэтому, друзья... Сейчас, короче, я поеду проводить семинар, мастер-класс в Нарфоминске здесь. После мастер-класса я схожу, или до мастер-класса, если успею, схожу на тренировку, потренируюсь. Я все-таки решил начинать ходить нормально в спортзал. Аллочка, пиши мне в личку, пожалуйста. Вот, когда... Если я успею потрениться до мастер-класса, короче, до мастер-класса потренируюсь. Если не успею, то после мастер-класса потренируюсь. Вот. И Новомосковск, кстати, пишите, у меня там начинает формироваться хорошая команда. Вот. Короче, друзья, сейчас самое время для того, чтобы начинать строить свой бизнес вместе со мной. Так что давайте, давайте, пишите, пишите, пишите мне в личку, кто хочет... ко мне в команду, и мы обязательно вместе построим бизнес. Я лично уже зарабатываю деньги, и многие ребята, те, кто ко мне присоединились еще в августе, в сентябре, тоже начали зарабатывать деньги. Вот. И вообще я планирую потом, если все, конечно, хорошо получится, снять фильм про мою команду, где будут в фильме участвовать все люди, которые занимаются со мной бизнесом в NL International, моей компании. Гербалайф круче? Сейчас вот просто спрошу, вопрос задам, кто скажет, что круче, Гербалайф или NL? Сейчас тут понесется. Вот, хотя продукция в Гербалайфе хорошая. Вот. В общем, друзья, всем большой-большой привет. Всех люблю. Фильм «Не смели меня». Не помню вопрос. В общем, всех люблю, всех целую. Давайте ко мне в команду, пишите в личку, пишите мои сообщения, мне сообщение в WhatsApp. Вот. Мой номер телефона в шапке профиля. Да-да, это мой личный номер телефона в шапке профиля, куда вы можете писать и будете попадать именно ко мне. Все, всех люблю, всех целую, всем пока.